Мы смогли. Наш эксперимент был большим успехом. Успехом? Серьезно? От него умер мой отец. Я совершил много ужасных поступков. Но наше дело правое. Ты сказал правое? Черные, белые, евреи. Похоже, вы говорите о предполагаемой работе Карвелла по евгенике. Карвелла не так поняли. Да. Как и Гитлера. Он говорил не об одной расе, а об общем выживании. На Земле 7 миллиардов человек. Когда я родился, было чуть больше двух. Цены на еду растут, нефть кончается. Когда через 20 лет ресурсы кончатся, учитывая, что из себя представляет человек, как думаете, мы станем делиться? И ваше решение – долбанный геноцид? Нет, все не так, не геноцид. Наше решение – Янус. Янус состоит из белка и аминокислоты. Отдельно друг от друга они безвредны. Но когда они соединяются в организме, они вызывают прекращение деления хромосом. Измененная клетка не может себя воспроизводить и становится бесполезной. Изменения необратимы и передаются детям. И какие клетки меняются? Те, что отвечают за деторождение. Задача Януса – стерилизация. Задача Януса – это стерилизация всего человечества.